артистом юмористического жанра. Моя мечта стала былью. Практически вся Москва. 70-е, 80-е, первая половина. Очень бы хотел, и скоро моя мечта исполнится. Говорят, детство возвращается в старые годы. Конечно, шоколадное. У нас было необычайно вкусное шоколадное мороженое. Сейчас такого нет. Я бы пожелал удачи и взаимопонимания. Родители и дети должны друг друга понимать, должны быть друзьями. И тогда все налаживается в жизни.